Всем здорово, друзья! Меня зовут Шок, и сегодня я подготовил для вас интересный ролик на тему нарезки в CSGO. Я понимаю, что это странно для моего канала. Ну, у меня уже выходило два таких подобных ролика, которые у вас будут в конце этого ролика, там слева, которые набрали достаточное количество лайков, потому что это вам нравится. Это хорошо. Поэтому, ребят, если вам понравится то, что сейчас вы увидите, не забудьте поставить лайк, и этого хватит. Но не забывайте то, что у меня в паблике ВКонтакте проходит конкурс на Медузу в CSGO и на другие 16 скинов. Вы просто ставите лайк под пост, подписывайтесь на паблик, и это все, что нужно сделать. Ну а дальше вы просто участник этого конкурса. После просмотра этого ролика примите участие, почему бы и нет. А я вам желаю приятного просмотра, и мы начинаем. Погнали. Подписывайтесь на мой инстаграм. Подписывайтесь на мой канал. У меня не закупается. А чё я один на Б встал, алё, люди? Это тактика, ты не понимаешь. Б. Топает, один, двое. Хорошо. Они в коврах. Одного в спине убил. Убил, машина. Пелос, апарт и машина, мне так кажется. Убил. Ласкар. Хорошо. Молодцы, ребят, давай. Топовский, ты чё, какой-то знаешь? Ебали бомжей. Не поджимайте, аккуратно. A few moments later. Добрый Юр. Нормально. Поджал называется. Неплохо. Еще где-то один живой. А, вон он, на медину, слева. Хорошо. Батя не скучная. Координаты дал. Убил. Убил. Коврах нападает? Один будет стоять. Помогайте. Ждем голубого. Это было красиво, да. Нормально. На терсе. Хорош! Красавчик. Пацаны, ну это жестко. Ой, это жестко. 20 на 2 я играю. Я буду любить вас всех, если зайти мне АП. Я две эмки дропнул. Я ее взять не могу. Юрка, дашь АП? Спасибо. А лол, у меня же АВП было только что. Я не понимаю, что они делают. У них какой-то координатор долгий. Они какие-то вообще в принципе странные. В1. Просто теряем сознание. Бля, вак, это вак. Убил. Ласт Уквин, Сильвер. Аккуратно. Давай зарежем. Аккуратно, давай зарежем. Это Сильвер. Как ты аккуратно ходишь. Это. Мидл нет. Ютуберы не фейкуют, чуваки. Они только клибейтят. Убил. Хорош. Вот там еще бы. Вот Мурс реально с наушниками играет, видно сразу. Он читает меня. Фак! Осите, смотри. У меня. Да, я чувствую прям. Нет, он дальше, еще выше. Вот выходит. Прочитано! А этот коннектор стоит, смотри. Нет, этот хиту будет. Либо каверы. Все три позиции назвал, так либо это. Да, ну ковры. Не, ну просто, блять, коннекторы, это нелогично. Ну смотрите, они хотя бы дали инфу, что у тебя лоу хп. Это уже радует. Значит, все в порядке. Мы играем не против ботов. Да. Ребят, если что, смотри. Эрик, вырежи, пожалуйста. Я знаю, что ты не вырезаешь. Да. Ну что, все перетянулись, они. А, сейчас будут. Во, пацаны! Этот раунд забудьте, я такой носков не дал.
скажу, единственное, что я вырежу, да, вот это ноускоп. Трафика, ребята, клево, трафика и петух. Да похуй. Че? Ой-ой-ой, он так пикнул. Двое. Топовские. Ты видел это? Изи, пацаны. Не зря калаш называется Best of Headshot. Оу, все, это есть, пацаны, заявочка на есть. Ну, в туре пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Получается. Последний бэпса с калашом моим. Успеваешь поставить? Пиздёшь и дизинфа списком. Не надо. Не отвлекайте, пацаны. Хорошо. У них пока КС не моё. КС не моё. Я под Б. Я под Б, иди сюда. Или инфу. Ой, случайно. Тихо, тихо, пожалуйста. Все, ребят, раунд для... Да? Чё-то не очень. Я знаете, с чего больше орнул? То, что с Лоучам сейчас просто смотрел, как в него летит флешка. Просто в неё смотрит. Слишком моментально, блин. Да. Просто в неё смотрит, она бум. Full blind на 3 секунды, до свидания. Ох уж эти моменталки. На 10 секунд. From across the room, those eyes kept following me.